Пятый факультет Академии Можайского. В интернете написано, что он занимается сбором и обработкой информации. Мы учились на жили на улице Ждановской, дом 33, ездили на 7-м троллейбусе в увольнение. Закончили все вместе успешно. У нас были свои забавные вещи, у нас была улица Разночинного. Валера нашел квартиру пятикомнатную, в которой был слой мусора по коленам. Мы этот мусор из 4 комнат выбросили. Вот. И потом там жили наши однокурсники. Потом эта квартира стала поводом для того, чтобы я поехал служить не в Москву, а в Подмосковье. Но это не важно. Я совершенно не жалею, я только жалею, потому что я очень мало мещерина послужил. Вот. А потом мы переехали в Москву, где стали работать по маршруту движения 12-го троллейбуса. Серег, тебе, Валера, Митя, Серега, всем нашим посвящается. От курсов, от былых до исторических, которых, к сожалению, больше нет, приветствую тебя, мой фантастический, мой самый пятый в мире факультет, который покатился дальше скатертью в Востоке до Дрозда перед концом, который нас растет альма-матери, хотя, наверное, правильнее отцом. Учились мы паролю не по правилам, и в деле, и в безделии легки, и удаление сами порастали, где главное не были слабаки. И рукавом носы себе повытели, а в общем с тем же ветром в голове, мы сели на 7-й троллейбус в Питере, а вышли на 12-м в Москве. Ни черта не шарахались, ни ладана, Гранд-Форксы и Кувейты и Синай. И никому нигде не было надобно за нас краснеть, ни разу так и знай. Лопатели поля заданий плановых, обзора видового полосой. И прыгались от набережной Ждановки до самых, до космических высот. Конечно, времена, они меняются, то брюшко чешут, то дадут поддых. Кто выдержит удар, кто уклоняется, кто сам звезда, кто отблеск от звезды. Но сколько было сделано и пройдено, ну вот в одном, друзья, сомнений нет, что это наша маленькая родина, наш самый пятый в мире факультет. Но сколько было выпито и пройдено, но вот в одном, друзья, сомнений нет, что это моя маленькая родина, мой самый пятый в мире факультет, наш самый пятый в мире факультет.